«Готовь сани летом, а телегу зимой». Такой поговоркой можно описать работу сотрудников теплиц предприятия «Комсервис». Они еще с 17 января приступили к выращиванию цветов, которые украсят городские клумбы в этом году. Помимо цинерарий, львиного зева, тагестиса, взор оренбуржцев будут радовать и многолетние кустарники, такие как спирея, барбарис Тунберга, яблони роялти и другие. Всего же высадить планируют около 26 тысяч растений. Первые цветники будут высаживаться уже к 9 мая. Это будет каска на Победе, будет в сквере около Георгия Победоносца цветник высажен, около бюста Родимцева будут цветы высажены, потом будет на проспекте Победы, мы хотим на кольцевых развязках треугольники немножко посадить уже к 9 мая. А после 9 мая полностью заходим в округ и высаживаем цветники вдоль магистральных улиц и в скверах и парках. Выращивание цветов – кропотливая работа. Сотрудники теплиц вручную смешивают почвенный состав и скрупулезно настраивают климат в теплицах, чтобы растения проросли и максимально долго украшали клумбы. По рассказу бригадира теплицы Марии Шальневой, горожане по большей части с благодарностью относятся к их работе. Когда сажаем, бабушки все и хвалят, и как бы кому-то цветочек мы там вот выпрашивают, у нас такое есть. Получаем, да. И как бы многие, у нас даже есть бабушка на Ленина, она нет-нет приходит на прополку. Работы по высаживанию растений продлятся около месяца. Затем сотрудники будут поливать и пропалывать клумбы, а также поддерживать аккуратный вид объектов, вплоть до подготовки города к зимовке. Роман Ланцев, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.